Всем привет, с вами Елена, это пробное видео. Здесь я тестирую микрофон для телефона, заказанный на сайте AliExpress. Ссылка на него будет внизу в описании. Надеюсь, хорошо меня слышно и видео не придется переснимать. А сейчас обзорчик посылочек для маникюра, которые пришли мне не так давно. Давайте я покажу. Начну вот с этого вот набора. Я заказала вот эти вот щипцы, или как они правильно называются, не знаю. Напишите, пожалуйста, внизу в комментарии, чтобы я запомнила. Так, продавец узнал, что это будет показываться на YouTube, что будет показываться его ссылка на его магазин. Он мне положил в подарок еще вот такой наборчик дополнительно. Если честно, я очень-очень рада, но мне он, к сожалению, не пригодится. Придется его передарить. Либо тете, либо подруге, не знаю. Кому-нибудь, в общем, подарю я его. Отдам. Вот, давайте я вам покажу, как это все выглядит. Вот такие вот щипцы. Берется ватный диск. Делится он ровно на 4 части. Смачивается в жидкости для снятия лака. Ватка эта ложится, прикладывается к ногтю. И уже щипцом вот так вот придавливается. Кто-то там писал, что они очень маленькие, даже на большой палец. У меня рука, как вы видите, довольно-таки пухленькая, далеко не худенькая. Размер колец только 20. Так что давайте сейчас я покажу, как будет выглядеть на большом пальце. Для тех, кто не верит, что они налазят. Вот. Конечно, в отличие вот от этих пальцев, сюда оно налазит, но чуть-чуть туговатенько. А так, в принципе, нормально. Некоторые спрашивают, для чего вот это нужно. Хотя уже столько лет их выпускают, эти щипцы. Уже многие знают, но, как говорится, некоторые еще нет. Так, это нужно для того, чтобы снимать гель-лак, либо простой лак, кто не хочет заморачиваться. Но это большая палочка-выручалочка для тех, кто заморачивается, как же быстрее снять лак с ногтей с блестками, с глиттером. Вот та же самая система. Пока вы делаете все на один ноготь, на ногти одной руки, прикладываете то же самое на вторую руку, и уже с этой можно все убирать. Конечно, вот этот палец придется оставить, потому что иначе со всеми вот этими вот щипцами вам будет неудобно. Давайте приступаем к следующему моему заказу. Я заказала вот такие вот стикеры для ногтей. Они были очень-очень дешевые, поэтому я заказала их 10 штук. Это будет у меня и на подарочки, и для себя. В принципе, с ними очень даже оригинальные получаются маникюры. Поэтому я и заказала так много. И следующие стикеры, которые я заказала, это в 3D. Тоже 3 набора заказала. Конечно, они не такие уж дешевые были. Но, тем не менее, в интернете я увидела идеи маникюра с ними. Довольно-таки очень красиво смотрится, если сочетание идет красного и черного. Черный и золотой, черный и белый. Обязательно, чтобы присутствовал черный. Тогда будет более так по-деловому, что ли, смотреться. Я даже не знаю. Ну, безумно красиво. Так. И следующее, что я заказала, это вот такой вот чехольчик для стемпингов, для дисков стемпингов. В принципе, они для круглых, но я недавно пробовала свой засунуть диск с AliExpress, который, я не знаю, угловатый, что ли. Но я вам сейчас его покажу. Здесь получается у нас 6 с этой стороны, 6 с этой стороны. С каждой стороны по 2 диска можно. То и того получается на 24 диска. И давайте я вам покажу сейчас, как будет смотреться это. Я вот про такой вот угловатый диск я вам сейчас говорила. И попробую его засунуть. Его я тоже заказывала на AliExpress. Ссылочку внизу я тоже добавлю в описании. Давайте сейчас покажу, как это будет смотреться. Так.
И вот так вот это уже смотрится. У меня дисков еще не так уж и много. Штук 6, наверное. Но это только, опять же говорю, начало. У меня их будет очень много, потому что я люблю стемпинг. Иногда, допустим, не хочется заморачиваться там с наклейками. Ну, хотя, в принципе, какие сейчас наклейки пошли на сайте, с ними особо и мороки-то нету. Но, тем не менее, там же не все бывают те рисунки, наклейки, которые хочется. Вот. Ну и на этом все. Закругляюсь я. В общем, ссылки на все эти товары будут внизу в описании. До новых видео и пока-пока. Подписывайтесь на мой канал, забыла сказать. Ай-яй-яй.